Ну вот мы начали набрасывать горочки нашего пейзажа, потом я покажу фотографию, по которой, ну не фотографию, а эскиз сам, который я делал. Вот по нему я буду сейчас делать, сейчас увидите дальше, будем продолжать работу. Еще будет отражение, деревья, елочки, природа вообще. Будет красиво. Продолжайте. Вот, здравствуйте, мы продолжаем нашу работу. Вот это был вот такой мой, скажем так, набросок. Через свет еще. Вот, ну, вот примерно такое же настроение я уже перенес на холст. Вот, только уже холст уже формата 1,80 м, если не ошибаюсь. Вот на таком формате я попробую сделать. Сейчас вы посмотрите, какими способами я буду решать те или иные задачи. Продолжайте смотреть. Ну вот, видите, мы пока вот так двигаемся, у нас появились деревья, у нас появился свет. Это дальний план, будем прописывать. Пока это все идет каркасно, как вы видите, вот камера немножко искажает цвет. Ну, главную идею я постараюсь передать и донести до вас тоже. Так, если вам интересно, пожалуйста, можете продолжать смотреть. Добрый день, вот мы находимся сейчас в студии, здесь я работаю. Вот та работа, которую я продолжаю сейчас делать, пейзаж, который я сейчас делаю. Яркий-яркий свет, ну вот примерно как-то так. Здесь еще одна какая-то работочка детская. Зимний сюжет я делаю, картиночка небольшая, но это так было. Показать наглядно, как работа с этим. Вот, ну а сейчас мы продолжаем дописывать. Штрихи, вот это показывает солнечный денек. Вот как-то вот в таком ключе сейчас вот на эти вещи сюда мы сейчас подбросим света на эти холмы. Вот здесь вот эта часть у нас световая, насколько вы видите, отсюда падает свет, это холодная теневая часть, вот там какие-то рефлексы, что-то все равно будет. Ну и сейчас мы вот этот свет туда накидаем, этот свет дневного освещенного солнцем города. Мы накидали вот эти холмы светлости, я сделал, высветлил здесь, как вы видите. Там облачками позанимались, мы еще немножко тут добавили фиолетовый, вот теплый вот этот денек сейчас я. Пытаюсь работать с такой же техникой, прям свет бьет надо мной. Это немножко искажает, поэтому я буду, может быть, чуть-чуть поближе подносить. Ну вот в таком манере сейчас я пока делаю работу. Ну вот как-то так рано уже тоже поставил. Вот ряпушку сделал. Вот эту ряпушку все это покажу вот так. Возможно, я вот, может быть, на такой стадии пока ставлю работу. Ну, дальше посмотрим. Может быть, еще что-то буду подделывать, но на камеру искажает. Здесь у меня больше фиолетового, здесь показывает более синий. К сожалению, никогда не старался. Вот эти глубины. Сейчас показать. Ну, вот в целом, вот такая вот работа получилась. Здесь лучше видно цвет, здесь вот так вот больше понятно. Под лампой я сижу. Вот, ну, примерно как-то так. Надеюсь, вам понравилось. Вот камушки я немножко прописывал. Если детальки интересуют, какие-то туманности там, кустики, тропинки какие-то. Ну, возможно, еще что-то подрисую. Но в основном вот в таком ключе я работаю. В таком ключе вот вершинки я подсветил, вот эти вот части, ну, возвышенности будут более яркие, вот получаем солнечного света, ну, примерно как-то так. Приглашаю вас на мастер-класс, приходите, буду рад вас видеть. Всем удачи.